Хорошие новости для потребителей. Этой осенью природный газ может подешеветь на 10%. Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Вадим Чебан утверждает, что средняя закупочная цена российского газа составит около 145 долларов за 1000 кубометров. А в 2021 году она может быть еще меньше. Considerăm că prețul în trimestrul 4 va scădea. Am dat un interval de 100-115 dolari. Vedem în dependență care vor fi cotațiile de petrol. Dar putem spune că chiar în situația unui an neordinar avem condiții mai avantajoase de procurarea gazelor naturale pentru consumatorii din țară. По словам председателя «Молдовагаз», контракт на закупку с «Газпром» продлен на год. Но сейчас ведутся переговоры о подписании нового соглашения о закупках российского газа, в котором будет заложена более выгодная формула ценообразования для нашей страны. Миза ностра, ще планурли ности сунт пентру ану 2021, респектив ану 2023, пентру периода де 3 ани, савем инкон контракт, ла кондиции май авантажуасе, инклюсив noi propunem ca în contractul respectiv să fie și o componentă de spot, anume în perioada trimestrelor 2 și 3, când pe piața spot se înregistrează prețurile mai joase. Acum suntem la etapa de negocieri, dar eu consider că în perioada scurtă de timp vom avea результаты конкреты. Напомним, ранее президент страны Игорь Дадон заявлял, что осенью в Молдове могут снизить тарифы на газ и электроэнергию. Глава государства пояснил, что есть предпосылки для снижения цен и на тепловые энергоресурсы.